Торговый центр «Зори Урала» открылся после капитального ремонта в новом формате и приглашает магнитогорцев за покупками. Индивидуальные предприниматели могут разместить здесь свои торговые точки. Свободные площади пока еще есть. Подробности у Юлии Никифоровой. Торговый центр «Зори Урала» этой весной получил второе рождение. Проведен масштабный капитальный ремонт фасада здания, внутренних помещений, изменен стиль оформления центра, вывеска. При этом сохранилось главное – привычное и любимое магнитогорцами имя этого большого магазина, расположенного в самом центре нашего города – «Зори Урала», а также павильонов, зарекомендовавших себя таким ассортиментом товаров, которого нет в других торговых точках, и демократичными ценами. В первую очередь это касается радиотоваров, компьютеров, сотовых телефонов и комплектующих к ним. Мы в «Зорях Урала» находимся с 2012 года. Так сложилось просто, наверное, исторически. Здесь есть очень много отделов, конкретно вот по телефонам, по аксессуарам, по сервису, по ремонту. Людям есть из чего выбрать. У нас можно купить как новые сотовые телефоны, так и телефоны, которые отдали под комиссию. Также большое количество аксессуаров, зарядные устройства, аккумуляторы, ну, все что угодно, чехлы, защитные стекла. Многие магнитогорцы уже привыкли пользоваться услугами ателье, работающего в торговом центре «Зори Урала». Помимо этого, здесь богатый ассортимент детской и женской одежды, белья. Уже в течение нескольких лет радует рукодельниц разнообразием товара отдел пряжа. Также в торговом центре «Зори Урала» сохранилась одна из немногих в нашем городе мастерских по ремонту часов. Здесь работает потомственный мастер-часовщик Оксана Крухмалева. Эту утонченную профессию она переняла от своей мамы. Возвращает к жизни любые часы. Наручные, настенные, механические в основном. Любые, советских времен. Мы будем рады вас видеть в торговом центре «Зори Урала» и отремонтировать ваши часики. Также заменить батареечки, поставить ремешочки. Торговый центр «Зори Урала» ждет своих покупателей ежедневно с 10 до 20 часов, без выходных и перерывов. Также напоминаем индивидуальным предпринимателям. В центре пока еще остаются свободные площади, предназначенные для сдачи в аренду. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.